Доходы главы председателя Читинской городской думы Евгения Ярилова за прошлый год составили 4 миллиона 360 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте гордумы. В его собственности находится жилой дом, гараж и две квартиры. Также он владеет административным зданием, автостоянкой и тремя земельными участками. Ярилов имеет автомобиль Lexus GX470. Супруга главы города заявила в декларации 1 300 000 доходов в прошлом году и автомобиль Nissan Note.